Всем привет, кто зашел на мой канал и моим любимым подписчикам. Сегодня получил вот такую интересную посылочку. Чехольчики для данного девайса, для Samsung Galaxy J7 15 года. Я уже предварительно вскрыл, так как руки чесались. И давайте посмотрим, что передал поставщик. Тут два вида чехлов. Чехлы самые новые, очень интересные. Будем потихонечку разбирать и буду вам показывать. Есть вот такие вот силиконовые. Это бампер на заднюю часть телефона. Это вот такое золото красное. Далее есть вот такое желтое золото. Я заказал не все цвета. Перейдете по ссылочке внизу видео, посмотрите. Это как под камни сделано. Так что можно не опасаться, что они выпадут. Одевается он четко на телефон. Сейчас я вам покажу. Одеваем. И вот так наш девайс выглядит. Смотрится очень богато. Смотрите, болезненная часть Samsung вся закрыта. Внизу все тех вырезы совпадают. Очень шикарно смотрится. Ну давайте, наверное, буду одевать и показывать, как он будет дальше на телефоне. Вот так выглядит розовое золото. Очень красиво. Вот так он выглядит в бирюзовом цвете. Под разными углами он играет, крышечка. Смотрите, цвет красивый. Окантовка серебро и бирюза, вот такие вот камни. Это у нас полностью в серебре. Тоже красивый, богатый цвет. Смотрите, ребята. Вот такой интересный розовый цвет. Розово-перламутровый вот такой интересный цвет. Хромированная окантовка. И вторая модель, самая продаваемая у данного продавца. Это интересные вот такие вот чехлы. Которые вот так струятся. Смотрите, ребят. Очень интересно. Здесь закачан, наверное, или гель какой-то. Смотрите, как интересно они. Вот так интересно оно будет струиться. Смотрите. Как будто бы звездопад. Одевается данный чехол на заднюю часть телефона. Вот так вот здесь открыто. Эти части закрыты. Кнопка громкости открыта. Кнопка включения доступ есть. И верхняя часть открыта. Камера совпадает, все. Вот так оно будет смотреться. Смотрите. Сквозь прозрачное стекло будет видно заднюю часть телефона. Давайте примерю и покажу, как будут выглядеть остальные цвета. Вот такой бордовый интересный цвет. Вот такой серебряный цвет. Вот такой салатовый. Вот такой, не знаю, как правильно назвать этот цвет. Один попался вот с такой белой каемочкой. Вот так они выглядят. Есть вот такой бордово, красно-бордовый с синими звездами. Вот так он выглядит. Есть вот такой сиреневый. Тоже красиво, смотрите, как выглядят. И есть вот такой вот с бирюзовыми. Вот такие сегодня интересные чехольчики я получил на данный смартфон. Так что, кому понравились, ребята, можете заказывать у данного продавца. Ссылочки будут в описании к видео. Отправляет быстро. Выбор у него чехлов огромный. Пожалуйста, заказывайте.
Всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх. Остаемся на моем канале. Внизу есть ссылочка в группу ВКонтакте. В мою вступайте. Дискутируйте. Всем пока. Пальцы вверх. До новых встреч.